Новое поколение седана Flying Spur дебютировало летом в год столетия марки Bentley. Не задержался и российский дебют летящей шпоры, который состоялся в Bentley Rooms на последнем этаже жилищного комплекса «Резиденция Тверская». Это совершенно новый автомобиль, мы перестроили его с чистого листа. Ничто не осталось таким, как было у прежней модели. Но легко заметить, что ездовая динамика улучшена. У нас появилось полноуправляемое шасси, и уже благодаря этому машина стала значительно подвижнее. Новая шпора использует модульную архитектуру MSB, на которой построена, например, и Porsche Panamera. 12-цилиндровый двигатель прибавил 10 лошадиных сил и ровно 100 ньютон-метров. В паре с ним работает уже не автомат, а 8-ступенчатый преселективный робот с двумя сцеплениями. Но главное изменение — это система полного привода, которая больше не делит крутящий момент в пропорции 40:60 в пользу задних колес. Теперь все 100% тяги по умолчанию передаются назад, но система активная. Автомобиль ведет себя как заднеприводный, потому что это дает нашим покупателям ощущение вовлеченности, удовольствие от вождения. В системе есть чип, который может выполнить 30 миллионов операций в секунду. Он постоянно изменяет отдачу двигателя и настройки полного привода, определяя подходящий баланс тяги между передней и задней осями. Есть еще одно новшество. Фирменная эмблема Flying B не только выдвигается, но и подсвечивается в такт цветовой анимации при приближении владельца к автомобилю. Российские дилеры уже принимают заказы на новую шпору. Начальная цена — 15 200 000 рублей.